Как это круто! Тата, говори где ты, я к тебе приду без проблем. Меня убить уже просто нереально. Всем ураган, с вами привет, и сегодня вместе с Тата мы летим играть в охотника против спидранера. Сегодня я купил кастомный датапак, который добавляет крутые палки, и из них уже крафтятся крутые предметы, такие как динамитный меч, лиственная кирка, эндербластер, коровий топор и очень много интересного. Поэтому не забывайте досматривать до конца, ссылка на Тата в описании, погнали. Ты ломаешь блок? Убежать, 10 секунд, дай мне хоть фору маленькую. Секунд, после... Ну после 10 секунд, да, но ты можешь остановиться, чтобы что-то скрафтить. Ясно. Не, ну ты смотри, кстати, лиственная кирка, она убивает с одной тычки. Вообще любых. И дракона может... Да, только у меня одна жизнь, а у тебя нет. Ломай блок травы. Это было слишком неожиданно. Так, до свидания. Опа, киберспорт пошел. Бля, он 100% куда-то телепортируется, бля, я же знаю. Ты охренел? В смысле? Нет, ты телепортируешься? Ну так, чуть-чуть совсем. Ну вот, бля, я же говорю, гнида. Ну а ты что думал? Чтобы выжить в наших реалиях, надо как бы действовать максимально умно и быстро. А где дуб? Тата, как дела? Подожди. А, зачем ждать? Зачем ждать, Тата? Подожди, заткнись. Не мешай мне. Что не мешать делать-то? Где ты? Почему мне компас в обратную сторону показывает? Ты чё, гнида? Я летаю. А чё, она не убивает никого? А, убивает. Ты кирку уже сделал? Охренеть мне жопа. Ураганчик, мальчик мой, ты где? Я спрятался. Ты где? Зачем к тебе идти? Чтобы я тебя смог поцеловать. Зачем меня целовать? А зачем ты думаешь, у меня такие большие губки? Так, по приколу чисто. Иди сюда, мой хороший, иди сюда. Меня хотят изнасиловать, мама, спаси меня, пожалуйста. Не, ураган, все хорошо, все хорошо. Я хочу всего лишь тебя поцеловать. Не надо меня целовать. Чувствую, чувствую, попка уже рядом. Что-то подгорает, чувствую. Не надо. Что-то пахнет, пахнет чем-то. А что так стрёмно-то? Не-не-не, до свидания. Он сумасшедший! Блин, а листва, кстати, фул имба. Потому что я могу спокойно сделать одну маленькую штучку. Хопа, вот так вот и ехала. Согласен, Тата? Ты куда съёбся? А нафига ты там блоки подо мной ломаешь? А кто ломает под тобой блоки? Ты. Где? Там. А чё ты прячешься? А чё ты прячешься? А чё, ты думаешь, один крутой, да, такой? Ну да. Я перестрелю. Только на тебя еще зомби загрен. Что это такое вообще? Иди сюда. Ой! Мне под задницу дал кто-то! Или это твоя листва? Ах, он собака ушастая. Я бегать не могу. Ой, алло, почему у тебя так много спринта? Потому что... Где ты еду надыбал? Надо листву добывать. Ну, в смысле, ты ножницами добываешь листву, у тебя фу, халявные блоки. Их жрать можно? Нет, зачем тебе жрать? Где Алёша? Я убежал конкретным образом. Как ты убежал, алё? Быстро, незаметно, спокойно. Опа, плюс стрела, легко. Ах ты собака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опасно, опасно. Присутствует опасность, надо убегать. О, вот это будет идеально. Максимально идеально. Кша, монстры. Кша? Может, кчау? Кша. Нет, кша. Зомби, он не умирал, алё. Есть. Только маленький минус. У меня ни ножниц, ни книги, ни хера. Ну все, гг. Был всего лишь один шанс, Тату. Жесть, да это бред, подожди. Каждый день загрузу зубами, блядь. О, как легко. Погоди-ка. Ну я спокойно добываю себе еду с помощью кирки. А, я реально тебя должен сейчас искать, блядь? Да, ну у тебя же компас есть. Ну охуенно, чё. Ну первый момент ты просрал, чё поделать? О! Фумба, фумба, фумба. Я теперь очень далеко от тебя, я тебе так скажу. Нет, тебя тэпает ко мне. Когда ты умираешь, ты благодаря датапаку, ты появляешься возле меня. Да нихуя подобного. Нет. Я появился в джунглях. Плохо. Где мы, помнишь, были с тобой? Очень плохо. Так, вот, вот нет, подожди, мне кажется, ты меня обманываешь. Нет, я тебя не обманываю. Вот с этим так. Можешь на стрим зайти. Нет, так я типа скажу просто палочки. Так, погоди, а как это делается? Так, три, все, понял. Так мне выживать прям с самого начала надо. Ну, у тебя есть больше шанса просто быстрее найти все палки, которые вообще существуют. Точнее, скрафтить их, а потом меня встретить и конкретно накидать. Что крафтится, понимаешь, брат? Я же наизусть не помню.
так, вот так, вот так, опа, вот так, все, идеально. У меня теперь есть топорик. Весной? Блин, коровий топор? Да, он скорость 3 дает. Сытость и голод 3, поэтому, ой, голод 3, скорость 3. Поэтому я убегаю. Скотина. А самое жесткое то, что это еще плюс алмазный топор, поэтому я могу спокойно, типа, и рубить. Серьезно? Да, поэтому just chill. Да господи, не, это бред. Не, нормально. Так. Самое то. Вообще, где я сейчас железо должен найти? Это мне еще камни надо, печку сделать, чтобы железо переплавить. Это просто, это миллиард. Я не знаю. Так, погоди, какая у нас следующая палка? Коровья есть, зомби-палка. Я же убивал. А, ясно, все. Я что делаю, зомби-палка? Зомби-палка дает тебе мотыгу, когда ты вскапываешь землю, тебе дается одно, типа, да, золото. И ты чисто будешь такой цыган маленький, который будет бегать, убивать всех. Цыган! Не, нормально. Цыгат? Кто гад? Цыгат. И гад, блин. Этого нет. Упиздал от меня. Это про меня. Так, мне нужна еда, надо решить проблему с едой. Я не могу. Зачем? Решить проблему с едой. Быстрее коров найди просто и все. Так я не могу ее найти, я про это и говорю, понимаешь? В этом весь и прикол. Анваки. Ох, нихрена себе повезло. Первого гравия этот. Выпал. Ну, локатор ебаный, работай. Так, погоди, что там еще есть? Зомби-палка, так, если я минус. Алмазно, ё-моё, следующее. Так, живем. Ну, почти. И как тебя убивают? А из куриц что-нибудь делается? Из куриц нет. Погоди, я знаю, что надо сделать. Только мне его найти нужно. Это вообще пушка. Короче, огромная тебе подсказка. Ты можешь меня спокойно бесконтактным боем убить, если ты добудешь, в общем, 11 пороха. Это будет динамитный меч, который на расстоянии 10 метров ты зажимаешь ПКМ, и он просто взрывает меня, либо я тебя. Угу. Так, вот так, вот, вот так. Я нашел всех, кроме коров, я тебе клянусь просто. Вообще всех, кроме коров, я нашел. А у меня каменный век наступает. Какой я быстрый, господи, молния. Это что такое? А, ты все-таки скрафтил коровью. Нет, конечно. А что ты тогда быстрый-то? Не понял. Я наоборот, ты такой медленный. F3D и пошел. Ой, не, как это? F3, F4, во. Фак, где хоть одна деревня? Я устал бегать уже, как не знаю кто. Иосиф маленький, мне железо надо. Вот он ты. Чего? Тата, ты понимаешь то, что я в поле? Ну, как бы минимум то, да что... Нет, без проблем, брат, без проблем, хорошо. Ну, ладно, давай, пока, до свидания, как бы, а я на втором мониторе открою стрим твой. Сука, ну это нечестно. Так я не врубил. Это хуйня, ну ладно, я шучу. Чисто со стрим-снайпом возил. Повезло. Так, ну на первое время у меня еды есть. Так да? Сделай просто себе топор, а тебе еда не нужна. Я не нахожу её, блядь, я не нахожу, как найду, сделаю, понимаешь? Ладно. Ну ты в джунглях обитаешь просто. Да, но я вышел из джунглей. Лузый. Куда пошел? В Москву? Нет, брат, пошел развиваться в этот, в Африку. Понял, фига. В Австралию, куда они там, где первые были люди? Они были в Америке. Ну там Колумб же открыл, не? Ой, какая жесткая регенерация, это жесть. Так, погоди, мне для этого понадобится, получается, 2 железа. Правильно? Правильно. Поэтому переплавляем. Ну, let's go. Где, блядь, монстры? Чисто я для тебя. Пизда. Я знаю. Ой, нахуй, ты что, дурак? Так, давай. Вот так вот. Мы вскапываем. Сколько огневой плоти надо? Надо... Для чего? В общем, 4. Для одного маленького прекрасного дела, которое называется... Зомби-меч? Зомби-меч, да. Точно, крипера ща найду, я балбес, я же реально мог. Я спрятался. За что? За дерево. Опа, первая цель на месте. Да чё с вас ничего не падает, вы обнаглевшие твари? Да, вообще нихуя не падает. Наконец-то я нашел. Так, бежим. О, и крипера, и деревню, и 2 криперов. Блядь, я тебя ебал. Чуть не обосрался. Так, а нахер мне факела, ребят? Вот реально, зачем? Ну так чисто по приколу помахаться, но я не вампир. Иди сюда, балбес. Все, голема убили, железо добыли. Фу, легко. Подожди, для динамитного меча сколько надо пороха? Ай, павук! Стань. Так, надо точно 11. Лёп, чего они не умирают? 8, 10 надо, все, понял. 4 уже имеется, Тату, если что, имей это в виду. Я сейчас в рот выебу, подожди. Ладно, жду. Так, и гневой плоти 2. Что за матрица, бля, этот... Где? Нет.
сука. Ты крыса. Да что, блядь? Да не ты, это тварь скелетская. О! Вот ты мне нужен. Иди сюда. Есть! Плюс этот, эндер. О, и пороха сколько? Да, 6 эндер. Штучек. А эндер же бластер какой-то, ёбан. Да, эндер бластер, он фул конченый. Но для него там надо 3 стака эндер первов. Типа крафтятся они тут реально максимально жестко. Да, здесь прям на выживание, блядь. Типа кто сможет первый все это сделать. Но тут цель не первая, ну, самое главное, чтобы ты меня догнал. Ну, и это все. Понятно, я, блядь, ну у меня пока вообще шансов нет. Шансы есть всегда, не переживай. Вокруг шум, не кипишу, ништяк. Вот это нормально, блядь, сейчас было, ребят. Ну я, конечно, долбоёб, конечно, сам, но, блядь, не суть. Ну это нормально сейчас было. Чё у тебя? Песни твои ебаные. Да я, блядь, вскопал железо и наебнулся, блядь, 800 блоков вниз. Нормально. Так, ну по-братски, дай мне хоть что-нибудь прекрасное. Майнкрафт, где все криперы? Какой крипер? Отстань от них. О, нашел. За что? Тварь взорвался. Не кипишуй, все ништяк, вокруг шум. Ой, еще один. Не вз... Да чё... Так, выдайте, пожалуйста, мне побольше гнилой плоти. Не, я тебя выебу. Ладно. Блять, прям в очко. Делайте уже фанфики, ребятки. Что ты делаешь? Еще надо двух криперов убить, точнее два пороха. Типа тебе кого-то крипер присунул, блядь. Так, еще один порох, еще один порох. Эндермен, собака, иди сюда. Ты мне нужен. Собака, у нее ничего не далось. Скелетов просто миллиард, блядь. Погоди! Что ты сделал? Ты сейчас умрешь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я сделал то, что я хочу. Точнее, добыл. Так вот ставим, вот так вот. Ты гнида, ты порох, да, добыл? Да. Есть! Kill him! Что вы, твари ушастые, сдыхаем нахрен! Да ты... Как это круто! Тата, говори где ты, я к тебе приду без проблем. Меня убить уже просто нереально. О, привет. Спасибо. Пам! Ну давай, сука, давай, ищи меня, бля. Так, ты не можешь быть прям ваншотит, реально? Оно ваншотит конкретно, тут все пушки ваншотят. Что за бред, блядь? Это пушка. Я, да. Да ладно, нет, подожди. Я же ни одного, блядь, крипера не найду сейчас. Что ты там сделал? Как говорится, будешь выпендриваться, сдохнешь. Ты умер? Да, я очень случайно попал в лаву. Это самая бездарная смерть. Это просто самая бездарная смерть. Ну хочешь, могу тебе еще один шанс дать, типа, не выдавай себе ничего, вот так же прям с самого начала начинай. Да ты охренел, не-не-не, ну его нафиг. Я же начал с самого начала, давай, бля, чё ты? Это ты, я не хочу так. Сейчас как раз таки честно, я умер, ты умер, давай, давай. Не-не-не-не-не, я так не хочу. Ты свои правила, игры, давай, чё ты, сыкло, бля. Как сразу с предметами, блядь, да, давай, беги. Какими я предметами был? Давай, я сказал. Да не, все сойдет. Бля, вы видите, ребят, просто у кого-то, блядь, в очко сжалось. Не, ну ты понимаешь, что ты сейчас развит, а я нет. Да, ничего.